Всем привет! Купили с Танюшей мы на Алиэкспресс фотоловушку. Два дня ее ставили, ничего не было. Сегодня уже третий раз поставили. Посмотрим, может быть, что-нибудь сегодня будет. Тут вообще много у нас зверя всякого ходит. Косули, лисы, зайцы. Ну, посмотрим. Дай бог, что-нибудь сегодня у нас поймается. Вот видите, это явно... Это непонятно что. Хотелось бы какую-нибудь косулю увидеть. Погода все время меняется в Латвии. Еще несколько дней назад было минус 25 по ночам. Минус 30 даже где-то было. Сейчас была оттепель пару дней. Сейчас опять солнце и небольшой морозик, градуса 2-3. Сразу скажу, что фотоловушка у нас скорее для наблюдений за животными. Никакой охотой мы не занимаемся и не собираемся заниматься. У меня вообще папа занимался охотой в свое время. Папы сейчас уже в живых нет. И во время одного из разговоров он сказал, что охота — это была одна из его самых больших ошибок в жизни. Но я хочу за него сразу заступиться, что это не было его основным каким-то хобби — охота. И да, он там несколько раз приносил уток, кабана, но это были такие единичные случаи. Он не был таким упертым фанатиком охоты. У нас тут такой красивый сосновый лес. И достаточно много животных. Вот следы непонятно чьи. Подтаяло, поэтому тяжело определить. А это мои следы. Это я шел, когда ставил ее. Сейчас, а я перед ней еще положил корму для птиц. Какую-то там морковку и сало. Сейчас надо ее еще найти. О, вижу. О, ну что я вижу? Уже издалека. Сала нет. Морковку клал, морковки тоже нет. Вот сама фотоловушка. Вот так она выглядит. Она самая простая. Мы покупали на Алиэкспрессе. Какая там была акция. Короче, 21 евро. Она не передает никакие смс-а, никакие фотографии в онлайн-режиме. Она просто делает фотографии и делает 10-секундные ролики. Самая простая. Вот снизу датчик движения стоит. Это объектив. Сверху светодиодные фонарики. Снизу вставляется флешка. Мы купили, когда ее к нам пришла. Мы были уверены, что она не работает. Почему? Засунули в нее какую-то большую карту памяти, ну, может быть, небольшую, допустим, 64 гигабайта, и не работает. Мы и так, и сяк, ну, не фотографируют, и все. Танюша уже списалась с китайцем. Ну, что такое? Выяснилось, будете покупать. Очень полезная информация. На нее годятся карты памяти именно до 32 гигабайт. И это написано в инструкции, но мы на это плюнули. А когда вставляешь больше, чем 32 гигабайта, она не работает, и все. Так что, друзья, запомните, когда покупаете, смотрите инструкцию и покупайте именно те microSD-карты, которые нужны. Что еще про нее могу сказать? Там снизу вставляется 6 пальчевых батареек простых. И написано, что ее хватает в режиме стендбай, в режиме ожидания на месяц.
Вот. Ну, у нас сейчас был третий раз, не знаю. В следующий раз, может быть, наверное, все-таки поставим новые батарейки и уже где-нибудь, я думаю, отнесем подальше в лес на более длительный промежуток времени. Вот. Еще чуть-чуть семечек осталось. Ха! Интересно, прикол. Морковка была тут. Какая-то птица или животное ее скинуло сюда. Но грызла, вон валяется. Может, ворона какая-нибудь. Я думаю, лиса съела бы ее целиком. Или заяц. Ставится она очень просто. Там в комплекте ремешок. Просто снимаете ее. Вот так она выглядит. Снизу у нее отсек, откручиваете, и одна единственная переключалочка, тумблер, ставим ее в положение off. Когда вы кормушку оставляете, ловушку, простите, вы, соответственно, ставите on. Сейчас мы ее выключаем. Раз, и вот карточка SD. Ну что ж, пойдем домой смотреть, что у нас там поймалось. Я говорю, это не самая удобная модель, но зато она самая дешевая. Но мы не опытные товарищи в этих вопросах. Поэтому взяли самую такую простенькую фотоловушку. Более навороченную, так мы уже конкретно бы шли бы к цели и знали. Вот она что у нас наснимала, она подавала бы нам сигналы. Это, еще раз повторюсь, ничего не подает, ничего не отсылает. Просто приходите, забираете карточку, несете домой, вставляете в компьютер через адаптер и смотрите. Так что вот такие вот дела, друзья. А вот уже и видно, вот такие нехарактерные, потому что, говорю, погода менялась. Ну вот это следы косули. Вот она там гуляла, гуляла. Вот там видно. Парнокопытная. Шла, шла куда-то. Сейчас еще у нас в планах с Танюшей пересечься. По пути к дому. Она где-то тут с собакой гуляет. Слушай, кто к нам бежит? Вот наша родная собачка. Ай, молодец. Ой, 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 все, силы кончились. Привет. Ну, как ты погулял? Привет. Как ты погулял? Как ты погулял? Молодец. Ай, молодец. Это наша собака. Он, как видит, какие-то следы. Все. Покоя ему нет. Он у нас самый настоящий охотничий пес. Видите, все, взял чей-то след, больше его ничего не интересует. Можно бежать за ним. Ай, молодец. Ну, хватит, хватит, хватит. Пойдем, Кирлуш. Да? Подойдя к дому, увидели характерные следы косуль. Вот они ночью сюда выходят, прямо в парк, где люди. Вот она куда-то шла. Сейчас. Где? Да, тоже косули куда-то уже оттаяли. Они тут по парку шлындуют во все.
Ладненько, мы домой. Всем здоровья, всем добра. Черлушка, пожелай что-нибудь людям хорошего. Ну.